Всем привет! С вами на связи Дом знаний. Меня зовут Наталья, и я тьютор онлайн-школы. Сейчас я вам расскажу о том, как перевестись из обычной школы в Дом знаний. Ученики Дома знаний обучаются, как и в любой другой классической школе. С той разницей, что все занятия проходят онлайн. Есть команда тьюторов и психологов, а также кружки для развития творческих и интеллектуальных навыков. Наши ученики, как и все, пишут контрольные работы, сдают экзамены и по окончании 9 и 11 классов получают аттестат государственного образца. Обучаясь в Доме знаний, ребенок обучается онлайн, как в обычной школе, по тарифу с зачислением и переходит на семейное образование. Обучаясь по тарифу без зачисления, семейное образование регламентируется законом на основании следующих нормативно-правовых актов. Акты диктуют, что семья может влиять на график, форму аттестации и на другие аспекты. То есть при обучении по тарифу без зачисления мы предоставляем весь пакет образовательных услуг, а место прохождения государственных аттестаций определяют сами родители. Обучение в Доме знаний – прогрессивный вид образования, потому что позволяет получить большее количество практических навыков. Есть возможность проработать западающие зоны. Учеба проходит в комфортном темпе. Нет травли и предвзятости со стороны учеников и педагогов. Учебная программа строится с учетом пожеланий родителей и ученика. Открывается возможность развиваться в своих любимых областях, например, спорт, искусство и прочие виды творчества. Обучение в Доме знаний подходит тем, кому нужно действительно качественное образование, знания, а не просто оценки, а также тем, кто желает обучаться и получать индивидуальный подход. Хотелось бы отметить, что обучаясь по тарифу с зачислением, перейти в Дом знаний достаточно просто. Необходимо забрать личное дело из старой школы, принести или отправить по почте копии паспортов родителей и ребенка, при отсутствии паспорта у ребенка предоставить копию свидетельства о рождении. Дополнительные сведения о зачислении можете узнать у наших специалистов. При переходе нет необходимости уведомлять органы управления образования и министерства, потому что мы являемся полноценной школой. Подробнее о том, как наши ученики сдают государственные экзамены и ознакомиться с учебным процессом, вы сможете в нашем телеграм-канале и на сайте. Надеюсь, что теперь вы стали на шаг ближе к переходу на прогрессивное обучение. Ждем вас в Доме знаний!